Приветствую вас. Автор вопроса описывает ситуацию, при которой ее бывшая одноклассница унижает ее класс. Вот. И, соответственно, автор вопроса пишет, что это происходит уже довольно длительное время, боится, что, значит, поскольку унижение класса происходит по фамилиям, то очередь в этом смысле может дойти и до их, то есть до автора. Ну, до автора вопроса и ее подруги, вот. И, соответственно, она спрашивает следующее: как посоветуете быть в данной ситуации? Стоит ли вступать в диалог с Маш, или пускай делает, что хочет, и говорит, что хочет? Ну, честно говоря, я думаю, что ни тот, ни другой вариант не является, скажем так, адекватным. То есть, ну, для вас очевидно, что ни тот, ни другой вариант не является правильным. Вот. Потому что, на мой взгляд, вы, как бы так сказать, вы уже задеты, вы уже обижены, вот, и вы, ну, в этом смысле, чувствуете себя, ну, как бы уязвленно, да, чувствуете себя обиженной, чувствуете себя, ну, вот, такой, знаете, я бы сказал, ну, чувствовать себя жертвой в этой ситуации, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. И, соответственно, вам, как мне кажется, нужно действовать здесь следующим образом. Вам нужно, как мне кажется, ну, признаться признаться в том, что у вас до сих пор это задевает, вот, признаться в том, что ну, присутствует обида. Вот. Присутствует обиды на, собственно, ну, на этого человека. Вот. И ваша задача заключается в том, чтобы эти обиды прожить.
Вот. А чтобы, ну, выразить, высказать эти обиды, вот, как мне кажется. Вот, значит, когда вы это делаете, вы немножко так отреагируете, то, что вы, ну, чувствуете, да, вот, то, что вы ощущаете. А вот, то я думаю, что вы уже сможете решить, писать ли, вот, ну, писать ли, ну, как бы, подруги или нет. Вот. То есть, вы, ну, вы сможете, вы сможете это сделать. Вы сможете, для себя это определить. Вот. То есть, ну, условно говоря, хочется вам, значит, ну, действительно, писать вот человеку или нет. А сейчас вы, конечно же, на свою подругу смотрите, вот, возможно, на свою одноклассницу другую, вот, и, естественно, вы друг друга, как бы, выражаете этими эмоциями, да, вот, то есть, ну, вместе, как бы, выражаете друг друга эмоциями. Вот этими негативными, и вам плохо, вот, что, как бы, ну, логично, то есть тут, как бы, ну, в этом смысле, вот, вообще ничего удивительного нет, в том, что вы, вот, ну, что вы так реагируете на это. Вот. Поэтому, на мой взгляд, значит, ситуация, на мой взгляд, здесь вполне адекватна. Вот. Просто вам нужно отделить то, что вот происходит, значит, то, что происходит непосредственно во мне, да, ну, отделить то, что происходит непосредственно во внешнем мире, то есть то, что делает, вот, ну, то, что делает ваша бывшая одноклассница, например, от того, что происходит с вами. Потому что, ну, то, что она делает, вам может не нравиться,
Вот. А по этическим соображениям вам может что-то не нравится. Вот. А вам может это не нравится, значит, там по каким-то еще вот ну, соображением. То есть, например, человек, когда вот, ну, грубо говоря, там ну, идет там, ну, не тем путем, да, который вот вы считаете адекватным. Вот. Понимаете, да? Вот. Так что вот здесь значит, такая история, как мне кажется. И я вижу, значит, для себя такой вариант, чтобы сначала вам и значит, ну, вашей, ну, вашей подруге, да, подсказать, куда двигаться, вот. Это первое. А второе уже. Дальше вы можете, ну, как бы вот решить. Как вам действовать? Вот. Ну, понимаете, да? Какая штука. Вот, я думаю, что такой ответ значит, вам можно дать. Сейчас. И после этого уже вы сами, как-то вот подумайте, ну, пожалуйста, то есть, ну, подумайте, как бы вам хотелось бы, вот, то есть, ну, в каком бы направлении вам хотелось бы двигаться, вот. И можно будет помочь, вот. Я думаю, что глобально от того, что вы напишите ну, человеку, да, вот. Я так думаю, что глобально, вот, если вы ну, напишите человеку, то глобально
мне кажется, вот прям глобально, ничего не изменится для вас. То есть мне кажется, что ну вам там, грубо говоря, как значит было обидно, да, вот как вам было обидно, вот так вам и будет обидно, потому что ну человек же не, ну, не согласится, да, он же не будет, ну, с вами как-то вот соглашаться и говорить, о, да, слушай, вот действительно, вот ты там, ну, грубо говоря, да, ты все верно. Говоришь, да, вот, значит, не буду я теперь ничего так делать, вот. Понимаете, да, то есть она, ну, откажет вам. Вот, скорее всего. И, вы, соответственно, ну, ничего не получите для себя, по крайней мере. Вот. Поэтому я думаю, что вам в любом случае, вот, вам в любом случае ориентироваться нужно на себя. Вот. Ну, в любом случае. То есть вот смотреть, да. Ну, чего вы хотите? Ну вот, в первую очередь. А вот, а дальше уже будет видно. Вот. То есть вот какая-то вот такая, наверное, история. Вот такой какой-то ответ. Ну, у меня с точки зрения психология, психотерапия. Вот, я прекрасно, ну, понимаю, да, я прекрасно понимаю, что ну, вам тяжело, я прекрасно понимаю, что вам ну, болезненно, вот, я прекрасно это, прекрасно понимаю. Вот, но хочу просто сказать вот, что вы можете это прожить. Вот, это проживается, это не, ну, это не сложно. То есть прожить это не сложно. Главное, чтобы вы хотели этим заниматься. Вот. Фух, имейте, пожалуйста, это в виду. Вот. Такие дела. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен и полезен. Желаю вам всего. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Буду благодарен вам.
в обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу.